Вот, натянул полиэтилен, чтобы теплее было внизу в цеху. Там под нами первый этаж. Утром пришел, и ваш натянуло. Сверху просто профлист. А это полиэтилен. Вот так купол сделал. Если видно, конечно, вам. Вот. Там у нас получается. Вот первый этаж. Видите? Но там у нас нет никаких обогревателей. Ничего вообще. Просто кирпичные стены. На улице сегодня ночью было минус 37. Здесь вот минус 11, да? Да, вот. Минус 11. Вот такая нафиг ерунда. Сейчас где-то, я не знаю, сейчас посмотрим, сколько на улице градусов. Вот так вот прямо аж впечатало его в железо. Вон, видите, как вообще аж впечатало. Вот заходим в следующее помещение. Тут тоже еще минус. Ну тут хоть немножко обогревалки есть. Вот она, обогревалка стоит. Это единственная тут обогревалка, батарея. И минус 2 уже градуса. Но здесь нет цели обогреть помещение. Здесь просто расширитель стоит. Ну что, сколько там на улице? 32 уже? Потеплело? Нет, 3 минус 30. Уже еще теплее.